Добрый день, в студии Кирилл Примаков. Мы начинаем второй выпуск программы «Короли боевых искусств». И сегодня у нас один из самых титулованных бойцов тай-бокса в мире, Андрей Кулебин. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Вместе с ним и его тренер Евгений Добротворский. Здравствуйте. Добрый день. Традиционно мы начинаем с представления бойцов со стороны тренера. Евгений, вам слово. Ну, Андрей Кулебин в Беларуси самый титулованный спортсмен и в мире один из самых титулованных. Он 20-кратный чемпион мира. Сюда входят его титулы как по любителям, так и по профессионалам. Действующий чемпион мира по двум самым известным в мире и самым популярным версиям — это World Muay Thai Council и WKN, World Kickboxing Network. Спортсмен, который, начиная с 2000 года, выигрывал чемпионаты мира, то есть вот уже 12 лет подряд периодически завоевывает звание сильнейшего на планете. Может, ошибаюсь, поправьте, если не так, вы родились в Германии, ведь так? Родился в Германии, да. Как получилось? Отец проходил, служил тогда там, это срочная служба или какая там. Все, мама приехала к нему, была с ним, ну вот я там и родился. Но планов оставаться там не было. А долго пробыли? Ну, я, наверное, года полтора было, когда мы сюда уже вернулись. И в какой момент решили вы, что хотите посвятить себя единоборством? Единоборство, ну, это, наверное, уже было еще со времен садика, когда там уже начал потасовки устраивать. А в школу пошел ребят побольше, и школа как бы гатовская, одна школа, там две смены, много классов параллельных. Ну, и там начались каждый день красный дневник, много замечаний. Отец понял, что нужно направлять энергию срочно куда-то. Ну, и меня отдали единоборство. Сразу начали с тайбокса? Нет, начали тхэквондо. Пошел тхэквондо, олимпийский и ВТФ, поэтому, ну а после уже сам лично принял решение лет 13, что мне это не очень интересно, хотелось большего, и вот мой тайм всегда привлекал, я пошел туда и очень доволен. Евгений, помните, когда Андрей пришел на первое занятие? Да, его папа привел, говорит, вот он хороший спортсмен, у него черный пояс по тхэквондо, но мы хотим более контактный вид, вот. Папа привел конкретно ко мне, вот, начали работать. У Андрея, в принципе, стало получаться сразу. То есть есть спортсмены, которые, ну, долго себя не раскрывают. Он раскрылся сразу. То есть и как боец, и как человек. Спортсмен с характером чемпиона. То есть никогда не хотел быть вторым. Никогда у него не было таких постановок, что, ну, вот это тоже результат. Вот, всегда на максимум. Постепенно, постепенно все пришло к тому, что 20-кратный чемпион мира. Число просто ошеломляющее. Каждый, скажем так, бой воспринимается как огромную победу или постепенно приедаются вот эти чемпионские титулы? Я уже просто об этом тоже много к этому приходил, что мне этот, ну, уже немножко даже дискомфорт испытываю от этих 20, там, 30, ну, многократный чемпион, потому что все-таки, как бы там ни было, если так честно посмотреть на это, все-таки есть титулы, которые давались гораздо легче, чем какие-то определенные моменты. Понятно, в какой-то момент ты все равно готовишься к любому титульному бою, к любому чемпионату мира, там, готовишься как к последнему и как к самому сложному, но не всегда это получается, там, в зависимости от соперников, от твоей подготовки по-разному. Есть титулы, которые действительно дались тяжело, есть все-таки, там, титулы, которые, ну, были в любительские по версии К1, там, допустим, ну, все-таки они, нельзя их поставить всех на одну полочку, как говорится, как они все один. Все 20, а все одинаковых. Нет, конечно, поэтому. Ну, огромное число побед у вас. Скажите, какие эмоции сейчас сильнее? Это радость от победы, там, когда это будет там чемпионский титульный бой, или огорчение от поражения? Нет, конечно, радость от победы гораздо больше, чем от поражения. И огорчения практически нет. То есть любое поражение сейчас воспринимается более философски, как это минусы сразу быстро себе. Следующий чуть не с завтрашнего дня начинаешь над этими минусами работать. Поэтому такого нету, что там все расстроено, ты все, жизнь не мила, и все. Моментально это быстро отходит. Это быстро отходит, это даже еще подстегивает дальше работать и дальше совершенствоваться. Такое ощущение, что, наверное, нужно периодически проигрывать, чтобы это помогало дальше. Мотивация? Расти. Это добавляет мотивации? Какого-то рода своего, да. Евгений, вы как настраиваете к боям, Андрея? У Андрея бывают такие моменты, когда он, не знаю, то ли своей философии на ринге, но он начинает очень спокойно. Дает противнику почувствовать себя на равных, а потом мужественно преодолевает трудности. Вот. Я всегда его стараюсь настраивать, чтобы он с первой секунды показал, кто в ринге хозяин. Вот когда он начинает это и удается его вот именно так настроить, ему равных нет. То есть его остановить невозможно. Но как только Андрей начинает философски работать, там, посмотрим, что он умеет, а давай так, и немножко разогреться, потянуться, то к третьему раунду выясняем, что, оказывается, по очкам мы не так уже и впереди, а может быть даже и сзади. Надо наверстывать, а сил уже не так много. То есть вот
с этими моментами приходится с ним периодически бороться. Когда смотрели мы в предыдущей программе боя Дмитрия Валента, Евгений отмечал, что вот нашим бойцам присуще такое джентльменство так, по отношению, то есть, может быть, нет завершающего удара локтем, когда там вот откуда вот лично у вас это качество? Я не знаю, мне это как-то, скажем, такое со времен уличных, наверное, моих потасовок и школьных этих всех драк, когда у нас такое было такой был момент, что люди, ребята были, и нельзя было нарушать какие-то определенные такие, скажем... Кодекс чести. Кодекс чести, да, можно так это сказать полностью, потому что там ничем не ударить, не ударить спину, не... Если выходишь один на один, даже были присмотрели ребята, чтобы мало ли кто-то на эмоциях что-то не сделал лишнее, поэтому как-то это повелось. Но опять же, такой момент, конечно, это должно быть взаимно. Если тебе против тебя оппонент такой же, который это воспримет и с тобой также поступит в какой-то момент, то да. Потому что есть моменты, даже были сейчас на чемпионате республики, были моменты, когда... Этим кодом чехте даже и не пахло. Очень жестко было некоторые моменты, что весь зал взрывался, как так. Ну, полуборьбы, цель победы, любыми средствами, люди так делают. Поэтому, опять же, я считаю, все-таки это нужно, смотря с кем, как говорится. Ну вот вы говорили, что отец вас привел в единоборство, чтобы как-то энергию вашу направить в другое русло. Удалось или все равно взрывались в жизни? Я не знаю, это... Удалось. Удалось, наверное, да. Я весь туда ушел, поэтому... У меня даже такой смешной момент был, знаете, как у многих там родители заставляют куда-то идти или пытаются направить. У меня настолько нравилось всем этим заниматься, единоборствами. Я параллельно там за школу выступал по многим видам спорта. У меня даже был такой момент. Будешь плохо учиться, не пойдешь на тренировку. А вы за школу по многим видам спорта, то есть еще чем-то как-то настольный занимались? Настольный теннис очень хорошо играл, футбол, баскетбол, все что угодно, чего не коснись, все. Меня, дай только что-нибудь чем-нибудь заняться, особенно спортивным. Я знаю, что сейчас у вас тоже есть, скажем так, своя жизненная позиция, вы участвуете в акции «Белая лента», может, пару слов об этой акции? Ну, мы участвуем, нам как бы предложил это объединенное... Организация Объединенных Наций? Да, предложила нам там участвовать, ну, как сильный пол, поддержка, настроить мужчин на то, что как правильно вести себя, особенно в отношении женщин, своих близких, мам, жен, матерей своих детей. Поэтому мы, конечно, поддержали. Я, как один из представителей, принимаю участие в этом. Но я думаю, это сама организация, сама структура достаточно крупная. Поэтому там много ребят и много людей участвует в этом. Я лишь свою лепту нашел этот общую борьбу. Скажем так, еще одна не совсем касающаяся муай-тай часть. Вопрос такой. В последнее время очень популярны становятся, в том числе у нас, драки на льду, я имею в виду хоккей. Вот мне сказать, знамо как-то даже Александра Устинова как-то приглашала, но он там посмотрел и, собственно говоря, ушел. Если бы знамо предложил, вот, например, чеховский Витязь, который здесь с своими бойцами, Андрей, нужна твоя помощь, одевай форму, одевай клюшку, коньки, согласились бы? Не, ну это много факторов. Нужно хорошо стоять на коньках. Хотя ну, не обязательно. Начать с этого. Потом хорошо добить там, это, в этой всей экипировке. Разные весовые параметры. Я думаю, что согласился бы. Научили бы кататься на коньках, пошел бы, подрался бы с «Динамо». Да. А какие-нибудь, может, скажем так, если пригласили на тренировку показать? Говорит, вот. Ну, я вот смотрел просто как однажды по передаче, как готовят Табгаев в НХЛ, как все это происходит. Поэтому, ну, все-таки отдельное единоборство нашего, там, передвижение на ринге, ты на голых ногах, да, там, босиком все это делаешь. Другое дело на льду, это немножко разные вещи, поэтому это, как бы, уже свой вид спорта, можно сказать. Но поставить удар можно, конечно. Ну, поставить удар, можно. Конечно. Отдельные вещи можно, конечно. Конечно, не ногой удар. В голову, да. но рукой можно но поставить. Рукой. Без вопросов. Да, конечно. Да, это можно. Вернемся к муай-тай. Мы будем смотреть бои турнира «Большой восьмерки», которые проходили у нас в конце прошлого года. Может, пару слов об этом турнире, о бойцах, которые в нем участвовали, в частности, вот, соперниках Андрея. Ну, я думаю, что в этом году нам удалось собрать бойцов, которые на тот момент являлись лучшими на своих континентах. Все бойцы показали достаточно высокий уровень муай-тая. Конечно, разная степень развития муай-тая на каждый континент. Например, боец Австралии, высокий класс. Европа, безусловно, один из самых высочайших классов. Тот спортсмен, который был в финале. Азия, ну, сам Бог велел, это Таиланд. Не совсем, немножко Самкор, конечно, сориентировался в правилах, что все-таки в восьмерке нужно выкладываться с первого раунда. Вот. Были моменты, когда он, мне кажется, все-таки по силам финал должен был быть Самкор Кулебин. То есть, ну, чисто по очкам выиграл украинский спортсмен. А вообще турнир был зрелищный, и зрители остались довольны, и бои красивые. Ну и надо отметить, что «Большая восьмерка» — это единственный турнир по муай-тай международный, который транслируется телеканалом «Евроспорт». А по рейтингу, вот в прошлом году его показали 4 раза, то есть транслировали. Это говорит о высочайшем рейтинге. И в этом году уже 4-жды
ну, 4 раза повторили этот турнир. Турнир 2011 года уже 3 раза прошел по телеканалу «Евроспорт». И я думаю, что это не последний раз. То есть, ну, зрителям нравится. Зрители голосуют своими просмотрами. Угу. Андрей, перед турниром 2010 года вы сразу Тайц возводили как главного соперника. Перед этим турниром уже так сомневались, кто главный соперник. Скажем так, просмотрев турнир, поучаствовав в боях, кто действительно самый серьезный оппонент был на этом турнире? Я просто в прошлом году как бы я бился там с Сокорным, мне казалось, что вот он действительно там лучше. Немножко по-другому относился к тому турниру. Так. А к этому турниру я почему особо не высказывался? Мне потому что было без разницы, кто там выиграет, кто сильнее, кто слабее кого на данный момент. В этом, побеждать всех тогда в любом. Да, я пришел туда, я подготовился, ну, там, очень, был готов на все 100%, и мне было, в общем-то, без разницы. Поэтому я особо и не рассуждал на тему, кто сильнее, кто фаворит, кто не фаворит. Я сразу сказал, у меня не унити этого, в общем-то, вопрос был не важен. Поэтому я даже не смотрел, кто, что, чего. Я шел по своей сетке. Каждый бой это был как для меня последний. Уходил, делал и смотрел дальше и пошел. Но вот после турнира уже анализировали. После турнира, если анализ, то я говорю, что сам Кор, мне кажется, переждал. Поэтому все-таки третий раунд показал, что он действительно гораздо отчасти сильнее. Но все-таки бой побеждается целым боем, а не одним раундом. Поэтому в этом немного его проигрыш, тактически можно сказать. Его, конечно, это расстроило. Ну а там что? Там Кушниренко, да, показал действительно хорошие бои. Поэтому вышел в финал. Ну и все остальное, как, в общем-то, так предвиделось, я так отчасти так и предполагал, что так где-то будут бои проходить. Спасибо, Андрей, спасибо, Евгений. Собственно говоря, то, ради чего здесь мы собрались, смотрим бои турнира «Большая восьмерка». И вот вы на экране видели 8 лучших бойцов всех континентов. Крис Ален Квитковский представлял Северную Америку. И сейчас вы видите на ваших экранах Ибрагима Каната. Ибрагим Каната из Африки, он сам родом из Сенегала, представляет континент Африка. Когда проходила жеребьевка этого турнира в казино, у Криса Квятковского по кличке Польский Палач, несмотря на то, что он американец, есть на какие-то корни, у него был выбор бойца, и из всех возможных вариантов он выбрал именно Ибрагима Каната, наверное, считая, что будет относительно легкий бой. Так не получилось ведь на самом деле. Да, хотя в клинче он переигрывал Ибрагима, но за счет длинных рук и дальней дистанции Ибрагим Каната одержал в этом бою победу. Но бой был достаточно равный, и даже вот рефери пришел в замешательство и сначала попытался поднять руку американского спортсмена. Так у нас камера запечатлела 2 бойца с поднятыми вверх руками, но по запискам судейским победил Ибрагим Канате. И именно он вышел в полуфинал, где встретится с победителем нашего следующего боя, который вы увидите на ваших экранах. Это минчанин, представитель страны-организатора Беларуси Андрей Кулебин, боевое имя Пуля. Да, и Ларис Алдуи. Ларис представляет Южную Америку, сам он из Гваделупы. Довелось мне пару слов перекинуться с Ларисом после жеребьевки. Также, знаете, немного растерянно он выглядел. Понятно, что с Андреем Кулебиным никто не хочет драться на столь раннем этапе. Пришлось драться Ларису, но он сказал, что всякие бывают ситуации, ничего нельзя наверняка говорить перед боем. Постараюсь дать Андрею Кулебину бой. На вот красивый выход девушки из Белорусского госцирка, дрессировщики ценных пород голубей и Андрей Кулебин. Видно, какая-то такая интересная ассоциация Беларуси. Голубей, чистоты, белого цвета и красный плащ викинга Андрея Кулебина. Может быть, пару слов о Ларисе. Я, насколько знаю, несмотря на то, что вот ему в столь раннем этапе пришлось драться с Андреем, он, в принципе, был одним из фаворитов турнира ведь. Да, Ларис трехкратный чемпион мира среди профессионалов. Он много боев провел в разделе К1 Макс. Может быть, не такой искушенный именно в клинче и работе с локтями, но опытный боец, очень характерный, техничный, серийный, ну, прекрасный выход южноамериканская самбо. Вот да. Он идет, настроен перед боем, сосредоточен на все 100%, приветствует судей, зрителей. Вот, ну, Андрей Кулебин. Ну, заметьте, у Андрея Кулебина на голове манкон, у Лориса нету. Значит, это либо он его забыл дома, либо он исповедует больше стиль К1, и манкон принципиально не одел.
Сложно сказать в этом бою, что было больше. Ну, может плохой примет будет для него служить этот отсутствие. Ну, вот Андрей готовится, также концентрируется полностью. Может, пару слов о подготовке. Вот танец какой-то начинается. Да, танец Рамуай называется, танец бойца. Вот этот элемент Вайкру на полу, это элемент почтения тренеру, фрагмент танца. Вайкру – это дословно почтение учителю. Приветствие бойцов. И вот этот второй четвертьфинал на вашем экране. Первый раунд. Говорили мы в предыдущей передаче об особенностях кета муай-тай. Девушки, наверное, раньше вряд ли выносили вот такие, скажем так, баннеры с номером раунда. Но вот одно из нововведений, которое, наверное, приятно всем видеть. Начинается первый раунд. И опять-таки, видим, Андрей сразу центр ринга захватывает. Да, вот видите, точно то же самое. Доминирование с центра, минимум лишних движений и максимальная попытка контролировать своего противника. Здесь у него соперник левша. Здесь ему опять повезло. То есть Андрей не очень любит работать с левшой. Из немногих тех боев, которые он уступил своим противникам, практически все соперники были левши. За счет чего? Ну, во-первых, левшей по статистике всего 5% населения Земли. При этом, по статистике, опять же, среди олимпийских чемпионов по боксу есть такая статистика, 25% левшей. То есть, значит, у левшей есть преимущество. Во-первых, у левшей есть такое преимущество. Говорят, что у них из-за другого расположения нервных стволов в перекрестье, значит, выше уровень реакции. Во-вторых, левша стоит в неудобной для правшей позиции. И левша с правшой работает практически всегда. Соответственно, правша для него удобный противник. А правша с левшой работает в 5% случаев. То есть левша для правши неудобный противник. Вот из этого и складывается, наверное, эти моменты. Ну вот сейчас вроде не чувствуется большого дискомфорта. Андрей довольно уверенно себя чувствует. Прижимает канатом, где наверняка у него будет, да, мы видим, клинч пытается брать. Преимущество во многом благодаря технике у него здесь. Да, да. Преимущество, возможно, когда ты идешь вперед и прижимаешь противника канатом, если у тебя лучше клинч. Если у тебя клинч хуже, и ты идешь на противника, то ты приходишь к нему в клинч, и он там с тобой делает, что хочет. Ну, а когда ты уверен в своей подготовке в работе в ближнем бою, то, естественно, работа в атаке – это твое. Ну, вот в предыдущей программе мы уже акцентировали внимание на том, что турнир «Большая восьмерка», в рамках которой проходил также бой Дмитрия Валента титульный, проходит акцентированно по правилам муай-тай. Лорис, он все-таки больше боец К1. Насколько, вот, на ваш взгляд, повлияло это на то, что он с самого начала не очень уверенно себя чувствовал? Процентов на 80 повлияло. То есть для бойца К1 работа по правилам муай-тай – это сложно. Значит, это другая дистанция, это возможность получить удар локтем, к которому они не совсем готовы. Это плотный клинч. Это невозможность работать быстрыми сериями, когда тебя в любой момент в процессе этой серии могут либо встретить ударом локтем, либо оборвать просто, повязав тебя в клинче. Вот. Невозможность быстро и безнаказанно наносить удары ногами, тебя могут прихватить за ногу и нанести тебе удар подопорный. То есть, ну, много в технике К1 ломается. Точно так же, как происходит с бойцами муай-тай, когда их заставляют работать в стиле К1. Для них это также сложно. Лучший в Европе клуб муай-тай, кикбоксинга «Кикфайтер» объявляет набор в мужские, женские, детские группы. Большой спорт или поднятие самооценки. Лучшие тренеры и самый современный зал. Стань частью элиты. Мы видели, завершился первый раунд боя между Андреем Кулебиным и Ларисом Алдуи. Смотрим лучшие моменты этого поединка. Я Евгению, наверное, предоставлю возможность прокомментировать. Ну вот, видите, этот самый клинч, когда Андрей разворачивает своего противника чуть боком, лишает его возможности на равных работать как левым, так и правым коленом, а сам чувствует себя прекрасно. Видите, перевод из клинча на удары локтем в среднюю дистанцию, атака с дальней дистанции и полный тотальный контроль. И вот выполнена четко скрутка. Выполнена по всем правилам муай-тай, без использования собственного бедра, спокойно, одними руками. Но здесь вот он пожалел, что противник мог нанести удар. Ну, то самое джентльменство, о котором мы говорили в предыдущей программе, видно, присуще белорусским спортсменам.
Начинается второй раунд. Мы видим, снова Андрей пытается центр ринга занять, снова прижимает Лариса канатом. Ну, скажем так, своим дилетантским взглядом иногда создается впечатление, что как будто соперник сам отдает этот центр ринга. Как вообще на первых вот секундах определяется человек, который контролирует бой? Вы знаете, здесь, я говорю, это зависит от того, насколько тот или иной спортсмен владеет техникой клинча. Если техника клинча у него лучше, он может идти вперед спокойно и безнаказанно, и он будет контролировать. Потому что в случае, когда противник пойдет в ответ на него, он тут же его берет в клинч. Противнику это невыгодно, он отходит на удобную для него дальнюю дистанцию, а далеко не уйдешь, поскольку канаты, и он оказывается спиной у каната. Вот я думаю, что если бы соперником был, вот скрутку выполнил сейчас. Да, это один из, скажем, лучших моментов. Можно, наверное, на данную секунду лучше, наверное, момент в исполнении Лориса. Но опять все равно, тем не менее, он отдает сразу инициативу, отходит канатом. Ну и здесь Андрей, видимо, намного увереннее себя чувствует. Удары ногами, клинч. Вот устоял. Ну, здесь, да. Здесь, казалось бы, уже сейчас кажется на полу. Но вот голову он отдает в клинч. Это нехватка, конечно, вот этой техники. Он отдает голову и после этого еще пропускает удар локтем. Видите, Кулебин четко контролирует его. Момент забегания за спину тоже такой специфический момент. Он не просто демонстрирует превосходство над противником, да, он еще судьям показывает о том, что эпизод выигран вчистую. То есть, когда ты разворачиваешь своего противника спиной к себе, сам разворачиваешь, это говорит о том, что ты его полностью контролируешь. И вот первый нокдаун. Да. Оказывается, нокдаун, на коленях. Да. Удар тип наносится в область живота. Быстро встал Лорис. Мы видели, что титульные бои, скажем так, большинство весов по одному бою. Вот еще один нокдаун, удар рукой в печень, колено. И Лорис опять на полу. Не дает Андрей Кулебин восстановиться своему противнику. Вот, казалось бы, после хорошего удара сразу сдал инициативу. Ну, тут уже просто чуть не избиение начинается. Это идет четкий контроль. Задача нокаутировать своего противника, пока он не пришел в себя. Умение добивать – это признак мастерства. Лорис идет немножко на нарушение правил. Получил замечание от судьи. Подножку нельзя было делать. Если бы он выполнил скрутку без подножки, все было бы нормально. Вот он извинился. И Андреем Кулебиным получил краткую возможность для краткой передышки. Маленькая хитрость. Да. Своеобразная. Опытный боец. Это говорит еще о том, что он... Про весовую категорию, наверное, пару слов стоит сказать, потому что мы видели... А вот удар на колено в голову, и это, пожалуй, нокаут, да. Да. 66,7 килограмма. Почему именно вот это выбрана весовая категория? Это самая массовая категория, где самое большое количество классных бойцов. Поэтому именно в этой весовой категории проходит турнир «Большая восьмерка». Ну, давайте посмотрим моменты. Ну, просто подавляющее преимущество Андрея Кулебина. И готов как никогда, да, к этому турниру. Учитывая то, что Алдуи считался одним из, скажем так, топовых бойцов этого турнира, стало ясно, что форма Андрея сейчас на высочайшем уровне. Да, но все-таки он у себя дома, а Лорис прилетел с Гваделупы. Да. Зимой. Смотрим еще раз мы повторы. Здесь, просто полное разнообразие технических приемов. Муай-тай. И локти, и колени, и удары ногами, руками. То есть... Сильные стороны Андрея отличаются. Андрей очень разнообразный боец. Андрей прекрасно работает как руками, ногами. Локти его конек. Очень хороший клинч. Тайцы отмечают, что лучший клинч из иностранцев. Андрей Кулебин. Объявление победителя. Ну, собственно говоря. Наш генеральный информационный партнер агентства «Минск Новости» сейчас будет награждать первых победителей второго полуфинала. Без сомнения, Андрей Кулебин. Скажем так, опять-таки, это признаки взаимоуважения между бойцами. Они благодарят друг друга за поединок. Да, господин Кабрера также. Спорт есть спорт, бойцы остаются друзьями, независимо от результата. Остается взаимоуважение, остается дружба. Бойцы переписываются между собой, общаются, встречаются на следующих мероприятиях
не обязательно как соперники, а может быть как товарищи, в одной раздевалке готовятся к другим боям, вместе помогают друг другу. Лучший в Европе клуб Muay Thai, кикбоксинг и кикфайтер объявляет набор в мужские, женские, детские группы. Большой спорт или поднятие самооценки. Лучшие тренеры и самый современный зал. Стань частью элиты. Получается, следующим соперником Андрея Кулебина в полуфинале стал представитель Африки Ибрагим Канате. Смотрим лучшие моменты его поединка с Крисом Квятковски в четвертьфинале. И я думаю, что может быть небольшой анонс этого боя, чего ожидали в тот момент этого поединка. Ибрагиму ставилась задача держать Кулебина на дистанции и не уступать центр ринга. Это я точно знаю, я разговаривал потом с его тренером, он сказал, что Ибрагим должен был использовать длину рук и хорошую боксерскую подготовку. Единственное, конечно, его недостаток, он показал этот недостаток в бою с Квятковским, это слабый клинч. Он Квятковскому в клинче проиграл. Вот. Ну и Кулебину, соответственно, ставилась задача полностью обрезать возможность маневра для Ибрагима и сначала измотать его в клинче, а потом уже расстреливать на средней дистанции, не допуская возможность работы на дальней дистанции. Но это как работа с фехтовальщиком, у которого шпага длиннее на 10 сантиметров, то надо с ним работать на той дистанции, когда твоя шпага достанет. Ибрагим Канате был, скажем так, судя по выбору Криса Квятковски, не самым топовым бойцом этого турнира, тем не менее он вышел в полуфинал, вошел в четверку лучших, но здесь самая серьезная из всех возможных задач, наверное, для него Андрей Кулебин. Да, Ибрагим Канате чемпион мира по савату, французский бокс, значит, он чемпион Африки по муай-тай, чемпион Франции по муай-тай. Ну вот, кстати, опять-таки одно из подтверждений, что многие африканские бойцы во Франции много занимаются. Мы смотрели и про соперника Дмитрия Валента, марокканца, то же самое говорим. Сейчас мы видим, что и Ибрагим также. Ну, вот одна из сечек, которая стала одной из ключевых причин поражения Криса Квятковски. Да, да. Рассечение в раунде автоматически преимущество дается бойцу, который это рассечение сделал. То есть даже если, собственно говоря, он... Да, он, даже если этот раунд он проиграл. Ибрагим пока что еще доволен, не знает того, что его ждет в бою с Андреем Кулебиным, хотя, наверное, предвкушает, что поединок будет, мягко тяжело, говоря, не из легких. Красный угол приглашается. Ну, хотя в своем комментарии Евроспорту он показывал, что он готов к этому бою, что он собирается этот бой выиграть. Все ребята бесстрашные. Андрей Кулебин, как вы говорили, хорошо себя чувствует практически со всеми бойцами, и только проблемы испытывает с высокими левшами. Да, высокими левшами. Ну вот левша был, вот высокий, пожалуйста, боец. Скажется, и огонь, и водомедные трубы. Ну да. Я думаю, что к этому турниру Андрей был готов как никогда хорошо, и готовились и под левшей, и под высоких, и под правшей. То есть недостатков спарринг-партнеров в клубе Kickfighter нету, поэтому Кулебин вышел готов как никогда. В этом турнире участвовало 4 бойца из клуба Kickfighter. Они представляли Беларусь. Это Андрей Кулебин, Дмитрий Валент, Андрей Заяц и Екатерина Вандарьева. Более чем успешно, да, скажем так, представили. Мы смотрели в предыдущей программе бой Дмитрия Валента. Ну и полное доминирование над серьезным соперником. Здесь мы видим Андрея Кулебина. Посмотрели пока что только четвертьфинальный бой. И несмотря на серьезность соперника, вопросов не возникло. Ну вот очередной танец, да, Андрея. Вайкру, настройка. А Ибрагим Канате настраивается без танца. Ну, может, это свой африканский рэп, да. Да. Так. Очень редко мусульмане танцуют вайкру. Заметил, Ибрагим Канате мусульманин. Вот. Некоторые мусульмане, я видел, как танцуют вайкру, они становятся на пол ринга, читают одну суру из Корана, дальше делают вид, что обходят ринг, и тем самым как бы... То есть идеологические какие-то, да? Идеологические танцы, да. Бой начинается у нас... Вот, кстати, девушки в ринге, да, это нововведение. На муай-тай в Таиланде вы этого не увидите. Там женщина на ринге – это плохая примета. Как на корабле. Да, вот, то есть они женщин на ринг не выпускают. Ну, если это только не бойцы, наверное.
Да, бойцы, причем у них, что самое интересное, что в клубе, там, где тренируются мужчины и женщины, там, как правило, должно быть два ринга. Так вот, на том ринге, на котором тренируются мужчины, женщин туда даже на тренировку не пускают. Ага. Не тренируются на своем ринге, который поменьше. То есть дискриминация женщин еще осталась. Ну вот то, о чем мы говорили, что в клинче сразу же пытается работать с коленями. Да, то есть он пытается сразу связать своего длиннорукого соперника, Андрей Кулебин, и держать его у канатов. Да, кажется, держать канаты у канатов. Да, канаты у канатов. Что спокойно получается. И вот опять-таки мы видим, что Андрей нивелирует разницу в росте тем, что сразу идет на дистанцию атаки, клинч. И в клинч он безусловно. Тренерские установки лучше у него получается исполнять. Канаты нужно было начинать атаку первым. Вот он пытается это сделать, но не одиночным ударом. На одиночный удар даже более слабый противник, чем Кулебин, сможет отреагировать. Здесь надо минимум 3-4 ударной серии. И нужно это делать первым. Он не успевает. Чуть-чуть Кулебин его опережает на начале атаки. И это чуть-чуть оказывается ключевым. А вот скрутка. Противник напал. Да, ну технически, то есть как бы все сразу стало ясно. За счет чего мог переломить ход этого боя Ибрагим? За счет жестких ударов руками. Во встречу. Если бы поставил себе задачу бить именно в тот момент, когда начинает Кулебин атаку, и бить во встречу под с уходом немножко в сторону, а не назад, тогда можно было попасть. Ну, хотя у Кулебина чувство дистанции великолепное. Боец, который провел больше 150 боев, ну, пожалуй, в мире самый титулованный боец сейчас в Муай-Тае. 19-кратный чемпион мира на данный момент этого боя. Ну вот пока, скажем так, только начался у нас поединок, я думаю, есть немного времени рассказать вот об этих чемпионских титулах, потому что, ну вот для, условно говоря, для людей, которые увлекаются футболом, хоккеем, слышать для человека, молодого человека, как Андрей Кулебин, что 19-кратный чемпион мира, ну, в других видах спорта звучит нелепо, в Муай-Тае это серьезное достижение. Вот для меня, например, было очень интересно узнать, что наш знаменитый комментатор Озеров был 40-кратный чемпион Советского Союза по теннису. Оказывается, он был на открытом корте, на закрытом, в одиночке и в паре. В течение 8 лет, да, грубо говоря. Да, уже можно стать 40-кратным чемпионом мира. У Кулебина, значит, 8 мировых титулов по любителям. Начиная с 2000 года он был трижды чемпион мира по любителям по кикбоксингу в разделе К1. И 5 раз по муай-тай по любителям. Остальные титулы среди профессионалов. Лучший в Европе клуб Муай-Тай, кикбоксинга, кикфайтер объявляет набор в мужские, женские, детские группы. Большой спорт или поднятие самооценки. Лучшие тренеры и самый современный зал. Стань частью элиты. Завершился первый раунд поединка. Мы смотрим его лучшие моменты, а в это время продолжим разговор, который мы, собственно говоря, перед роликом предыдущим рекламным так и не закончили. Это о титулах. Собственно говоря, как можно быть 19-кратным чемпионом мира? Ну, да, вот среди профессионалов Андрей Кулебин действующий чемпион мира по двум федерациям основным. Это WKN и WMC. Значит, титулы можно выиграть двумя способами. Можно выиграть турнир Гран-при восьмерка, вот как сейчас. В WKN это большая восьмерка, в WMC это проект I-1, который проходит в Гонконге. Турнир проходит раз в год. И можно выиграть отдельный бой титульный с бойцом, который находится либо действующий чемпион, выиграть у него этот поединок и занять его место, либо, значит, выиграть защиту титула, когда претендент бросает себе вызов, находящийся в топ-10 в рейтинге, и ты отстаиваешь свой титул. Таким образом, в течение года можно выиграть 4 мировых титула. То есть 2 по одной федерации и 2 по другой федерации. То есть за 5 лет 20-кратно? Да, можно стать при одном, по плотной защите. Обычно защита бывает реже. Если ты действующий чемпион, тебе должен вырасти свой соперник. Смотрим мы второй раунд. Собственно говоря, напоминает он нам начало, да, предыдущих в чем-то. Ну да, плотненько держит своего соперника у канатов.
доминирует, ну и показывает свою великолепную подготовку, работает на всех дистанциях. Вот. Ну, пытается, смотрите, как да, Канат идет в контратаку. Сейчас, но вот слабость в клинче, конечно, не дает ему возможности. Ну, это какие-то недостатки школы, может быть, какой-то? Да, дело в том, что здесь, как правило, бойцов универсальных не бывает. Те, которые хороши в клинче, они не очень хороши на дистанции. Те, которые хороши на дистанции, у них недоработка немного в клинче. Универсальных бойцов, таких как Андрей Кулебин, единицы в мире. Вот. Даже среди тайцев, как правило, бойцы делятся на клинчевиков и тех, кто работает на дистанции. Но многократные чемпионы мира – это именно вот универсальные. Да, да, те, кто могут работать с любыми противниками. Попадается тебе соперник, хороший клинчевик, ты, ну, тебе есть что противопоставить. Попадается тот, кто бьет на дистанции, ты там не плох. В Беларуси, помимо Андрея Кулебина, это кто? Ну, это Дмитрий Валент, это среди универсальных спортсменов. Ну, я думаю, что Забит Самедов, который может и неплохо в клинче работать. Он выступал, он был чемпионом мира среди любителей и профессионалов по муай-тай. В свое время был классный боец Игнашов. Дмитрий Шакута работает как в клинче, так и на дистанции хорошо. Ну, пожалуй, из таких универсалов вот эти спортсмены. Ну, Алексей Пекарчик был, который работал в клинче лучше многих тайцев, но на дистанции тоже мало таких спортсменов равных. Ну, Ибрагим, он у него, это французская школа у него? Да, это все-таки больше французская школа, и учитывая, что он чемпион мира по савату, для него, конечно, дальняя дистанция была бы предпочтительнее, но вот здесь вот Кулебин его, конечно, совершенно перекрыл возможность маневра. Да, тем более все, скажем так, физические преимущества Ибрагима в плане роста, в первую очередь, были нивелированы. Нивелированы именно вот эти ближние и средние дистанции. Когда такими длинными руками даже пользоваться неудобно. Второй раунд проходит, собственно, под диктовку, но, скажем, создается впечатление, что как-то Ибрагим немного, что ли, осмелел. Да, пытается... он особо не пробиваемый. Вот он при всем при этом он пропускает жесткие удары. При этом его опыт виден. Он чуть-чуть сместил голову, удар прошел вскользь. Чуть-чуть повернулся бочком, и колено не достигло цели. То есть достаточно неплохо защищается, надо сказать. Хлеб, надо что-то менять. Вот ему было сказано, работай по этажам, бей в голову, потом по ноге переводи атаку. Конец раунда, я так понимаю, да, конец второго раунда. Смотрим лучшие его моменты, ваш краткий комментарий. Ну вот прихват, а спортсмен, тем не менее, даже после того, как прихватили, канату удалось этой же ногой еще толкнуть, нанести такой толчковый удар. Ну вот клинч, конечно, безусловно, здесь не стал добивать. Он опять мог нанести удар локтем сверху, учитывая, что противник висит буквально на канату. А вот выполнена скрутка в обратную сторону. Здесь на скрутках используется много элементов, похожих на айкидо. Это умение использовать энергию противника и направить ее просто по кругу. Мог ли еще что-то противопоставить? Какие-то, может быть, слабые места есть Андрея, которыми мог Ибрагим здесь сработать? У Андрея практически нет слабых мест, но я думаю, что здесь нужно было канаты работать локтями. Вот когда стоишь, ты сам имеешь такие длинные предплечья, то можно просто вовремя, вот, когда идет такой обмен на ближней и средней дистанции, руками работать неудобно, а закрываясь в ближнем бою, нанести несколько акцентированных ударов локтями, глядишь, что ты пройдет. А там много не надо, черкнул локтем, получил соперник рассечение. Ну вот Андрей Кулебин, как не говорится, один из лучших бойцов мира сейчас в муай-тай. Да, в 2009 году он получил приз лучшего бойца муай-тай, независимо от весовых категорий. Вообще единственный белорус. Иногда создается впечатление, что вот вы говорите, он универсальный, хороший в клинче и в атаке. Какие, может быть, есть все-таки моменты, над которыми еще нужно работать с Андреем? Или он действительно уже универсальный солдат на 100%? Он универсальный солдат, но ему нужно работать над возможностью работать на контратаке. Он прекрасно работает в атаке, но не всегда хорош именно в ответном действии. То есть вот провалил, защитился, и не всегда идет четкий ответ. То есть вот над этим сейчас... работа. Ну и растяжка тут видно тоже. Да, хотелось бы немножко, чтобы была растяжка, чтобы нога шла именно сверху вниз,
попадала через руку, тогда больше будет нокаутов в голову. Исполнение Андрея Кулибина. Говоря про растяжку, мы имеем в виду не то, что она плохая, а то, что она не на 120%, лучше, да. А на 110% всего лишь пока что готова. Третий раунд. Три раунда по 3 минуты у нас проходят бои. Учитывая, что бойцам приходится провести за первое место 3 боя в один день, это достаточно жесткая формула. К тому же бойцы проводят, я напоминаю, бои по правилам Full Muay Thai Rules, то есть полные правила Muay Thai. Ну и в Европе это единственный турнир, который проходит по таким правилам. Ну, судя по первым двум раундам, единственное, что очевидно, что по очкам проигрывает уже. Единственное, а что... вот нокдаун по ноге, вот то, что вот. Я говорил. Только я хотел сказать, что мог только нокдаун спасти Ибрагима, я имею в виду нокдаун Андрея Кулебина, но вот получилось наоборот, и считает уже арбитр. Да, рефери открыл счет, нокдаун по ноге, Андрей Кулебин попал четко в бедро, и вот сейчас попытка добить своего противника, и повторное попадание в эту же точку. Причем, заметьте, он сконцентрировал удары по голове, а потом перевел на ногу. Неожиданно, но точно. Удар не сильный, но прямо в то же самое место. Ну и похоже, к секундантам уже обращается. И все. Да, бой закончен, это технический нокаут. И Андрей Кулебин второй бой выигрывает техническим нокаутом. Получается, Андрей Кулебин будет представлять сторону организатора «Беларусь» в финале. Да, в следующих программах мы покажем вам, кто же будет соперником Андрея Кулебина в финале. Нам остается только в очередной раз, благодаря этой нарезке, восхититься технике Андрея Кулебина, которому уже универсальным солдатом величали сегодня. Ну, смотри, кличка Пуля. Да, боевая кличка Пуля. Возникла она из его фамилии Кулебин. Зовут его в клубе Пуля, а Куля по-белорусски Пуля. Так вот и получилось. Белорусская пуля, да. Андрей Кулебин проводит очередной бой, выходит в финал. В следующих передачах мы посмотрим. Но пока можно только порадоваться, как всегда мы делаем за наших бойцов, когда арбитр поднимает им руку. Я благодарю Евгения за то, что он вновь помог нам в этой программе. Передача «Короли боевых искусств» завершена, второй выпуск подходит к концу. Мы обязательно встретимся с вами в третьей передаче. Всего хорошего. До свидания. Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Береги себя.